С Тимуром Гайдаром он был вообще контр-адмирал, подводник, потом стал военным журналистом и возглавил военный отдел «Правды», куда и меня взял. И потом я первый из наших, вообще из всех газетчиков центральной печати в Афганистан попал. А потом уже стали туда ездить журналисты, и в том числе и поехал Тимур Гайдар. И он так попросил, что напиши какую-нибудь веселую песню, которую я в Афгане мог вспоминать. Вот я, так сказать, на его правду написал такую песню. В Афганистан видел очень много стран, тогда чего он там не видел. Там миллионы мусульман, там миллиарды мусульман, там 40 000 мусульман, которых он видел не за свою эндейба. Вся эта странная толпа на дню 5 раз говорит намаз, но были слухи, что в кармане вопрока есть кто-то преданный в ЦК, один мула из кишлака и 2 старухи. Уехал шеф в Афганистан, а там Колым, а там Коран, там не гуляй по вечерам, там феодально, там разговор ведут четвет, то пулемет, то пистолет, а у него оружия нет, он шеф лояльный. Уехал шеф за гиндукуш, а там война идет к тому ж, плюс девальвация и прочие напасти. Но не беда, не в первый раз, за рубежами шеф у нас, а 20 дней пройдет как час, и снова здрасте.